Ребята, привет! Если хотите именно посмотреть, как модуль я сделал кухонный, сразу мотайте там в конец и так далее. Вот. А для тех, кто, ну, как обычно, хочет посмотреть, как там я живу, чего делаю и так далее, я небольшие кадры там вставил, ценных для меня моментов в жизни, чтобы мой YouTube-канал для меня, это мой дневник, чтобы, ну, там все осталось и так далее. Все, погнали, смотрим. Пришли под тенты, тенты сами пришли, помпы, одна будет воду нам подавать на нашей модульной кухне, другая, возможно, получится сделать из нее душ, карта памяти для видеорегистратора, провода 4 метра, с солнечных батарей спустить энергию до аккумулятора, так, это уже тут лично мое, мы немножко сушим здесь воздух. Вот так хотим сегодня. Вовка, сосед, у нас в гостях. Оксана передает вам привет. Скоро сейчас еще дубайцы ребята подъедут, тоже замерзли в Питере. Ну все, двигаемся дальше. Мы будем прекрасно слышать привет. Это моя хата, мой дом. С лампочкой, это круто. В полуремонте это вообще огонь. Ну ладно, давайте. Гостик, вот тебе и место нашлось. Ты его сам нашел. Залез такой и сидит там.
Ребята, я, конечно, офигел его тут собирать, подгонять. Опыт нереальный. Я не мастер, и у меня все такое уродское получается. Но тут, по-моему, нормально все вышло. Смотрите. Открыли. Здесь фиксируем. Тут полочка. 1,5 литра входит. Здесь еще что-то. Возможно, будет еще одна полочка. Посмотрим. Но уже куча места свободного здесь. Что-то может быть. Здесь посуда однозначно уже. И газовая горелка с баллоном. И там кастрюльки. Чайник. И все в одном месте. Мне нравится. Толщина, ширина вообще 20, внутри 17,5 получается. Короче, это уже что-то. Уже можно просто открыть машину спокойно, все без этих сумок дурацких. Можно готовить еду, что-то брать, доставать, убирать. Клево. Кстати, вот ребята москвичи, дубайцы и староскольцы, они в одном лице все. Вот мне еще подарили сейчас. Ну, кстати, я сейчас буду показывать кухню Лехе.